Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня расскажу о удивительных свойствах димексида. Кстати, в мире не зарегистрировано ни одного смертельного случая при использовании димексида. Люди его применяют наружно, применяют вовнутрь. Даже в медицинских некоторых учреждениях вводят его внутривенно. И недавно я прочитал очень интересную статью, а также историю одной женщины, которая на постоянной основе курсами пила димексид. Просто вовнутрь. Ее ясный ум сохранился практически до смерти. А умерла она в 100 лет. Димексид – это удивительное вещество, очень дешевое, с неприятным таким запахом чеснока, потому что в нем содержится большое количество серы. И во многих институтах исследовательских за рубежом было установлено, что димексид положительно влияет на людей, у которых обнаружено слабоумие, особенно на начальных стадиях, и болезнь Альцгеймера, которая поражает клетки головного мозга. Кстати, лечения от болезни Альцгеймера не существует. Все мы знаем, что миллионеры, миллиардеры, очень влиятельные министры, которым 80 там и больше лет, умирают от последствий болезни Альцгеймера. Поэтому данная информация очень ценна, особенно для людей после 60 лет, которые обнаружили у себя, а также в результате анализов, начинающиеся первые стадии слабоумия. Как правило, это происходит после 60 лет. У некоторых после 70 уже больше людей захватывают. После 80, я думаю, количество таких людей на десятки процентов увеличивается. Вероятнее всего, что у этой женщины высокий разум ее сохранился благодаря употреблению димексида. Она начинала его пить по одной чайной ложке, разбавляя в стакане сока. Можно использовать виноградный сок, можно использовать томатный сок, можно использовать любые другие подобные виды соков. В общем, что я понял из всей этой информации? Что димексид каким-то невероятным образом способствует затормаживанию вот этих всех старческих и деградационных процессов в клетках мозга, которые потом на какой-то стадии и переходят болезнь Альцгеймера. Люди, которые испытывают проблемы с памятью, люди, которые после 60, после 70, могут попробовать эту удивительную технологию приема димексида. Начинать с самых минимальных доз, например, по одной чайной ложке обычного аптечного димексида, растворяем в стакане сока и выпиваем. Начинаем с одного раза в день, через 10 дней 2 раза в день, еще через 10 дней 3 раза в день. Далее смотрим по своему состоянию. Думаю, что данная терапия должна проводиться курсами. Курс должен состоять примерно из 30-40 дней, один курс. Потом необходимо сделать перерыв 2 недели и второй курс. И при нормальном самочувствии, а также при других благоприятных факторах, данную терапию с перерывами, например, в 3-4 недели, таким людям можно проводить практически круглогодично. На постоянной уже основе. Возьмите данную информацию к сведению, поищите в интернете еще статьи про димексид. Есть очень хорошие статьи, даже независимые. Почитайте про него. Если у вас, у ваших родственников, у ваших знакомых возникли вот такие проблемы слабоумия, а также начальные стадии болезни Альцгеймера, обязательно обратите внимание на данную уникальную терапию использования димексида.
Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!